Друзья, всем привет, с вами, как всегда, бамбуковый медведь Капанда, добро пожаловать ко мне в гости. Roblox Anime Fighting Simulator. Фух, ну что, ребята, вот подходит наконец-то к завершению, ребят, серия роликов, когда мы донатим, ребята, на Fighting Pass. В этом ролике, ребята, мы полностью с вами все купим. Уже было 3 видоса, ребята, мы с 1 по 10 уровень все тестировали. Покупали, донатили с 10 по 20. Вот это все мы, ребята, уже тестировали. Кто не смотрел предыдущие ролики, обязательно посмотрите. И вот с 20 по 30. И я, ребята, обещал вам, конечно же, полностью все здесь купить. И сейчас мы, ребята, во-первых, Мелиодас, вот этого челика мы затестим, ребята. Потом мы затестим Nice Kite Sword Special, ребята. И, конечно же, в самом конце мы с вами затестим 9-хвостого лиза, ребята. Курама, обалдеть. Это причем, ребята, смотрите, это у нас Bloodline. Сейчас будем донатить, ребят. Поэтому усаживайтесь поудобнее, заваривайте бамбукового чайку. Если вдруг кто-то по каким-то причинам, ребята, до сих пор не подписан на канал, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик и влепите царский бамбуковый лайкос, для того, чтобы не пропускать мои видосики, ребят, и стримы. Тем более, в воскресенье будет стрим, очередная раздача робоксов от бамбукового медведя. Приходите, робоксы я уже задонил. Воскресенье, ребят. Фух! Ну что, погнали, ребята, не будем томить, у нас ролик сегодня будет опять очень большой, очень длинный и насыщенный, потому что мы будем все с вами тестировать. Так, о чем я там пока, а даже мне пофиг на квест, ребята, мы сейчас с вами будем донатить, ребята. Тут сколько максимально нужно было, ребята, получается 500 XP, это 5000, ребята, робоксов. На все про все 5000 робоксов у меня получается улетит. Ладно, погнали, ребята. Скипаем очередную пачку, ребята, за 100 робоксов. А нет, я обманул вас. Не 5000, 4000. У нас же 40 уровней, да? Да, маленечко обманул. А, сорян, не так посчитал. Так, Джосук и Пос. Это откуда у нас? Что это за поза, ребята? Я чуть не знаю. Ням-н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 ям. Это вот она, да? Нет, это Джонатан Сворд. Так, погодите, а я забрал ее? Нет. Забираем, ребята, в инвентарь заходим. Вон она, Джосуке Пос. Не знаю, а что это за анимеха, ребята? Так, поза, вот такая. Блин, так это опять что ли Жижо? Не знаю, ребят, напишите в комментариях, кто шарит. Вот так вот мы стоим. Попец назад, нога приподнята здесь, пяточка. Красиво, ребят, стоим. Блин, ну все, девчонки мои просто. Смотрите, какую гроза у него. Вот так, попец. Ножку назад, ребята, вот так, пяточку. Ладно, хорош уже троллить, ребята. Идем дальше, погнали дальше донатить. Так, давайте теперь, ребята, скипаем еще. 9000 кар, это мне особо не интересно. Это нам не интересно, забираем. Во, ребята, смотрите, у нас какой-то меч будет. Ревард, скин. Короче, оливковый какой-то скин, ребята. Олив. Ладно, давайте берем, ребята. Еще 100 робоксов улетает, не вопрос. 4000 робоксов на все про все, ребята, у нас уйдет. Да, правильно, все. По 100 робоксов на каждый уровень и 40 уровней, да, у нас. Так, заходим, ребята, теперь скинчик. Будем тестировать с вами скин. Ну, мне тоже это не особо интересно. Но затестить надо. Вот такой вот, ребята, у нас мэтч, да, смотрите. Такой вот тоненький, вот так вот он им бьет. Вот это, кстати, тоже анимация в предыдущем ролике мы получали. Видали, как он бьет теперь? Блин, смотрите, ручка мне нравится. Такая вот здесь с голубыми какими-то крестами, вставками и так далее. Прикольно, прикольно, ребята. Так, где у меня звуки? Слышно что-то там, нет? Это у меня так тихо, значит. Ладненько, окей, вот такой. Ой, простите, кого-то там, по-моему, порезал. Пардоньте. Так, идем, ребята, дальше. Дальше будем донатить, конечно, будем, ребята. Опять пропускаем. Самое вкусное у нас, конечно же, впереди. Я хочу курамку, ребята, затестить. Так, ну, нам это не интересно. Это забираем 10 тысяч. Так, Дио, ребята, Дио поздно. Вот это я знаю, откуда Дио. Дио Гранты, да, у нас все дела. Но я так Жужо и не досмотрел, поэтому помидорками не кидайте. Так, забираем здесь. Заходим в инвентарь. Поза Дио. Как он там стоял, я даже не знаю, ребят. И что у нас поменялось? Погодите. Обождите, ребята. Пост анимейшн. Чардж ее чарактер. Чарджес ее чарактер ин соске. Так, что написано, ребят? Что-то я не понял. Это в какой момент у нас так будет? Когда мы чакру, что ли, накапливаем? Нет. Отжимаемся? Нет. Атакуем? Тоже нет. Так, что-то я не сообразил, ребята.
Так, инвентарь. Здесь у нас что? А, здесь ничего не написано. Блин, а как тогда вот здесь надо посмотреть? Charges your character. Ну, в принципе, да, все правильно. А почему ее не вижу, ребята? Так, обождите. Ну-ка, вырубаем. Так, инвентарь, ребята. Он не кьюб. Что у нас поменялось? Ничего не поменялось. Как мы стояли, ребята, так и стоим, да? Меч. Чакра. Интересно, девки пляшут. И вот такая поза, ребята. Так, заходим в инвентарь. Дио. Поставили. А, вот, теперь стоит. Обалдежечки. Блин, да он прям как Майкл Джексон у нас. Ха-ха-ха. Вот это поза, ребята. Вот это красавчик. На носочках. Впереди. Все, заработала петрушка с третьего раза, ребят, поменял просто. Обалдеть! Какой красавчик, ребят, смотрите. Обалдешечки. Да, и вот так. А еще и атакуем вот так. Это просто жесть, ребята. Так, ладненько, движемся дальше. Все это прикольно. Ай, капец, насмешили. Донатим еще 100 робоксов, ребята. Улетают, улетают. Забираем, забираем. Так, во! Мелиодас, ребята. Вот это уже интересненько. Забираем, ребята. Новый у нас получается персонаж. Так, у меня опять фул. Надо опять мне кого-то получается выкинуть, ребята. Бэм-бэм. Бам-бэм. А кто здесь у нас слабенький, я уже не помню. Ну вот этих. Санджи у меня 2. Можно, значит, продать, да? Продаем, ребята. Обалдежечки. Так, а откуда? С какого-то аниме, ребят, тоже напишите. Так, заходим, ребята, чампиков. Сейчас будем смотреть нового чемпиона, ребята. Обалдешечки. Смотрим. Так, короче, Стрэндж тренирует 90%, 80% дюрабилити. А, чупель. Короче, ребята, Чебупелька это 90% Стрэнджа, 80% дюрки. Нерфит весь входящий дамаг на 50%. И увеличивает силу атаки на 75. 50 и 75 бафы. Так, а предыдущий у меня был 50 и дамаг. Так, дамаг бафал на 50 и нерфил входящий дамаг на 35, бронька. А здесь получается 50 и 75. В сумме 125%. Оверхол, нерфит. Весь входящий дамаг, это именно от оверхола, что ли, да, ребят, написано? А, нет, оверал, не оверхол. Оверал, ребята, нерфит весь входящий 50% и бафает весь исходящий 50%. Так, это к чему относится оверал? Это к этому же тоже? Не знаю. Короче, ставим его, ребята. Не знаю, но он вообще имба, ребят. Конечно, надо будет потом еще день натестировать. Где он у нас? Вон он, красавчик, с ножиком. Обалдеть, ребята, смотрите. С красным галстуком, с причесоном, ребята, с таким желтеньким. Обалдешечки. Смотрите наверху, какой у него симпатичный хохолок. Обалдешечки, ребята. Обалдешки, буду теперь с этой имбой, ребят, бегать. Но Стрэндж он качает, мама, не горюй. 90%, ребята, Стрэнджа и дюрабилити. А здесь предыдущий был, ребята, 50 Стрэнджа, 50 дюрабилити, 50 чакры. В сумме 150, да, у нас получается. А здесь на 90 и 80, это в сумме 170, да? Ну, если сплюсовать. Капец! Все, буду теперь с этим челиком, ребята, бегать. Ладно, самое вкусное у нас впереди, ребята. Сейчас еще дальше тестировать идем. Так, скипаем, ребята, еще. Еще 100 робоксов улетает. У нас очередной вот такой вот скин, ребята, забираем. Давайте сейчас быстренько глянем скинчик. Сворды, скины. Идем, идем, идем. Идем, идем. Так, я его не забрал, что ли, опять? Забрать, забрать, забрать. Так, в инвентаре нету. Идем сворды, ребята, скины. Тут так все разбросано. А, вот он. Нет, погодите. Что-то я не понял, как он называется. Night Sky Skin, ребята. Так. Где он? Night Sky Skin. Бенчик. Overall. А, вот он, почему-то за этим. Вот сюда вот, ребята, да, он, смотрите. Перед оливковым этим мечом, ладно. Пускай здесь будет. Смотрите какой. Черный. Черный меч. Темно-синий, да, какой-то фиолетовый. Обалдеть. Вот так вот всех режет, ребята. Вот такой вот скинчик у нас. Ну, на самом деле, ничего выдающегося нет.
Да, просто такой тонкий, темно-синий, какой-то темно, ну да, темно-синий, наверное. Видите, у него фиолетовая такая-то анимация. Обалдешечки. Ладно, это не особо интересно мне, ребята. Я хочу протестить, конечно же, во! Night Sky Sword Special, ребята. Сначала вот эту штуку берем. Обалдежечки, наконец-то. И скоро курамка, ребята. Скоро, сейчас еще курамочку возьмем. Так, забираем, забираем, забираем. В инвентаре, ребята, А как мне активировать эту плюшку? Так, наверное, мне надо вот эту плюшку снять. Либо мне надо перезайти просто. Раз, два. Так, смотрим. Не, я не могу ее активировать. Так, Night Sky Sword у нас должен быть. Спешилы, ребята. Идем вот сюда. Да, вот он, ребята. Night Sky Sword. Так, Z, X и C. Так, Summon Shield. Короче, вызывает щит, который блокирует весь входящий дамаг. Прикольно. Так, Dark Spiral. Создает темную спираль, которая наносит дамаг. Внутри игрока. Не знаю, сейчас протестим. И С замедляет врагов впереди тебя и наносит дамаг. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Окей. Так, погнали, ребята, тестить. Первый скилл у нас на Z. Ну-ка, одамажьте меня, ребята. Так, активируем. А на что он у нас там стоит? Я чуть не помню. На девяточку, ребята, да? На девяточку активируем. Так, Z. Смотрите, у меня щит, ребята. Вот такой вот желтый щит, и меня, получается, сейчас не могут задамажить, да? Прикольно. Обалдешечки, ребята. Так, видали, мне, по мне проходит, ребята. По мне пока мисс дамаг проходит. Давайте еще разок, ребята, дамажьте меня. Опа, смотрите, все, я в домике. А, и там еще он дамажит, что ли, этот щит? Что-то я не понял. Как он, тот челик рассыпался. Обалдеть, ребята. Ну-ка, еще. Во-во-во, дамажьте меня, ребята, дамажьте. Клопа, смотрите, я в домике. Очуметь, они, получается, еще дамажатся об этот щит. Так, ладно, скилл номер, ребята, 2 на Z. Ой, на X теперь, на X. X, ага. Вау, нифига себе, вот это темная спираль. Вот это спираль, так спираль. Ой, тихо, что-то меня заколбасило маленечко. Очуметь, вы видали, как спираль убьет? X. И вперед сейчас. Бэнчик, нифига себе, красиво выглядит. Вот эта петрушка мне нравится. Так, ладно, давайте, ребят, не затягиваем. Движемся дальше. И цеха. Бог ты мой, это что такое? Я могу этим бить, что ли? Ёлы-палы, святой бабука. Это что такое было? Ну-ка, еще разок. Замораживает врагов впереди тебя и наносит еще и дамаг. Очуметь, она еще, короче, фризит. Станет, ребята, вот этот вот. Офигеть, офигеть. О, ребят, смотрите, вот у меня два меча. Обалдеть. Так, цеха, ребята, выбегайте. Цеха, цеха, цеха. Дайте мне цеху прокастовать. Блин, откат какой-то длинный. Очуметь. Погодите, а что я не могу еще раз на цешку, ребята? Так, X. А что у меня не активируется, ребят? Погодите. Еще разок на цеху. Во, капец, две такие петрушки, елки-палки. Еще смотрите, я после того, как бью, у нас так же как-то еще и бьется. А вот это сверху желтое, это я кастую или на меня флейм кастую? Что-то я не понял, ребят. Так, дайте ко мне куда-нибудь убежать. Дайте мне куда-нибудь убежать, ребята. Сейчас мы вот здесь вот протестируем, где-нибудь в уголку. В уголок, чтобы никто не уволок, да? О, нифига себе, орбик валяется. Не надо для квеста. Еще разок, С. Во. Пошел, нифига себе, две петрушки, ребята. И вот так дамажит. Дамажит сверху, да. Это мой скилл, ребята. Еще и вот так сверху. Блин, еще и там что-то еще бьет. А, вот он еще тут в конце бьет. Елки-палки, видали, там еще штуки такие разлетались. Я валяюсь. Прикольно выглядит, просто бомбически. Но самое вкусное, ребята, кульминация нашего видоса. Курама, Bloodline. Ребята, все, последний. Последние 100 робоксов, ребята. 4000 робоксов в сумме у нас улетело, да? Забираем 45 миллиончиков. И забираем, ребята, Кураму. Наконец-то. Так, все. Готовьтесь, ребят. Так, лайк поставили? Точно лайк поставили? Ну-ка, быстро проверили, поставили лайк. Чумешечки. Так, ладненько, ребят. Чебупелька, я уже волнуюсь, ребята. Я волнуюсь. Так, а где он у меня был онлайн? Bloodline. Так, это пока мисс нету. Надо мне зайти в инвентарь. И вот сюда нажмякать. И вот сюда вот.
Забегаем теперь опять спешл, ребят. Во, Курама, ребята. Скилл Z создает три клона тебя. Скилл на X Курама клок. Имбел спамер Курама мов into your final clock. Нанотерис дамэдж. Короче, увеличивает дамаг и превращается в Кураму. И C Курама транспорт. Превращает тебя в Майт Курама. Сплэш. На 60 секунд что-то. Обалдежечки, ребята, обалдежки. Так, погодите. Спешл, спешл. На семерочку у нас, да? Семерочку жмякаем. Блудлайн активен, ребята, активен. Ну что, скилл на Z, ребята, готовьтесь. Вау, клоны! Вы видали клоны? Смотрите, сколько бамбуковых медведей. Ха-ха! А вон они бегают, смотрите. Вау! Красавчики! Мишки, хоп, были, мишки упали. Так, ну они дамажат или нет? Я что-то не понял, ребят. Вроде бы там кого-то задамажили, да? Смотрите, у челик стоит Z. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Как-то, а, не защищают меня, походу. А, нет, смотрите, я просто бегаю, и не дамажат, да? Я левую клавишу не нажимал, ребят. Я левую клавишу не нажимаю. Ну-ка, иди сюда. Так, дайте мне еще раз протестить. Так, где у нас, ребята, самый старт? Давайте на старте протестим. Я так и не понял, дамажат они, либо нет. Так, челики бегут. Z. Ребята, Z. Да, смотрите, дамажат, убили одного. Давай, давай, давай сюда. Ай, он убежал. И вот еще один, да? Вроде бы дамажат. Смотрите, вон они. Ха, раз, два, три. И по это. Исчезли, да? Обалдешечки. Так, ладненько, погнали, ребята, дальше. Скилл на X. Хвостатые, ребята, смотрите, Курама. Очуметь. И чё? И чё? А дальше что он делает? Очень интересно. Ну-ка, теперь Z, ребята. Это скилл на X. А что он там делает, я так и не понял, ребята. Power Kurama, Morph, Into... Короче, вот тебе клок этот, накидка, да? Increase... А, смотрите, ребята. Увеличивает твой дамаг и durability. Короче, пока я в этой, ребята, накидке, у меня увеличен дамаг очень сильно. И увеличен, ребята, защита. Короче, бафает нас. Петрушка! Я валяю сразу. Слишком сильный Курама, ребят. Перезаходим. Так, Петрушка у нас перезагрузилась, ребята. Не знаю, что меня там выкинуло. Может, обновку купили. Короче, пока грузилась, я глянул там на Википедии, ребята. Вот эта вот штука, получается, скилл у нас на X. Бафает урон в 3 раза, 3X. И нерфит на 25% входящий урон. То есть 25% еще у нас получается к защите. Так, ну-ка, давайте я могу это протестить, ребята. Смотрите, кулачком сколько мы будем бить. Так, бьем. 96 куэнок, да? Так, семерку жмякаем, ребята. Активировали. И теперь на X. Ну-ка, а теперь... Также 96, ребята. Может быть, скиллами тогда мы что-то как-то по-другому будем дамажить? Не знаю, ребят. Но написано, что 3X. Видимо, это относится именно к скиллам. Не знаю, ребят. Ну-ка, давайте еще раз клоны вызовем, ребята. Так, сейчас вызываем клоны. Клоны. Так, я не могу с клонами. Клоны. Смотрите, я не могу использовать, ребята, да? Пока у меня это накидка. Получается, у меня скилл на X не активен, ребята, да? Так, ну я же могу чем-нибудь другим, например, нажмякнуть. Давайте, например, на ребята. Давайте F-ку какую-нибудь прокастуем. Ну, или N-очку, да? Так, N-ка, ребята. Сколько там прокастовалось, бог его знает. Так, бэха, ребята. По 100 миллионов, да? Так, а теперь если снимаем накидку эту. И еще раз бэха. Не, мне надо, наверное, ребята, тут не дадут затестить. Надо будет мне на випку зайти. На пустую, на випку какую-нибудь, а потом протещу. Так, ладно. Погнали, ребят, к самому интересному. Скилл на С, ребята. Офигеть, я в Кураму превратился. Очуметь. Смотрите, здоровенный какой. Так, а как мне что-нибудь атаковать? Обалдеть, вы что, психи что ли? Смотрите, я девятихвостый лис. Самый настоящий. Я валяюсь, обалдешечки. Смотрите, как он выглядит. Очуметь. Вот это петрушка, ребята. Так, все это дело прикольно, конечно же. А как мне атаковать кого-нибудь? Левой клавишей мыши. Скиллы хоть какие-нибудь. Что у меня там написано-то, а? Я валяюсь, Курама. Короче, на 60 секунд. Обалдешечки, ребята. Обалдешечки. Короче, в Кураму я, ребят, превращаюсь, только я так и не понял. Дамаг у нас есть. Так, на Википедии сказано то, что 4x урон у нас. Обалдеть.
Так, а откат у нее есть? Нет. А я дамажил вообще противников или нет? Как мне противников-то дамажить? Я вообще ничего не вкупил, ребята. С. А, так, где у нас там челики какие-нибудь? Левая клавиша мыши работает, ребята. А, вот, смотрите, я могу вот так вот бить. А, обалдеть. Так, а поскольку я теперь бью, ребята? А, блин, он такой здоровый, я ничего не вижу. А, так, дамаг проходит там, не проходит. Что-то вообще ничего не вижу, ребят. А, так, нет, это у нас физикал качается. Где у меня дамаг? Я вообще не вижу, чтобы он проходил. Блин, я валяюсь, ребята, святой бамбук. Настоящий девятихвостый. Только я не вижу, ребята, дамага. Вообще дамага не вижу. А, так, сейчас по 32 мы сносим. А что у меня так мало? Так, теперь я сношу, ребята, по 32. А, у меня там чемпион стоял, да? Так, смотрите, сносим по 32. 32, 32. Жмякаем X, ребята. 96. Да, смотрите, получается 96 я в накидке сношу. Да, 96. Накидочку снимаем, ребята. И теперь буду по 32. В 3 раза меньше, видали? В накидке, короче, в 3 раза сильнее я становлюсь. Обалдеть. Так, а я могу надеть эту накидку? И еще и вот эти свои червей, интересно. Еще и чемпиона поставить. Ёлы-палы, это будет просто имба, ребята. Так, ставим еще чемпиона. Окей. Так, и X я могу активировать. А, не, нельзя, ребята. Было бы сильно совсем имба, ребят, если бы я еще мог вот этих, ребята... Как она называется, штука в дюраболите, я уже забыл. Spring Like Slims, ребята. Помните, который у нас Buffalo 40% и входящий урон на 20 еще. Нет, нельзя активировать. То есть, получается, выключаем, ставим на X, ребята, сейчас. Вот, а на кушку теперь не работает, видите? Нельзя их одновременно две, но это было бы просто имба. Так, столько и так и не понял, как у меня там эта Курама, ребята, атакует. Я хоть кого-нибудь там могу убить, нет? А, на цеху сейчас давайте, у нас рестинг идет, видите, восстанавливается. Откат скиллов, ребята, идет. А, цеха, капец, Курама, жесть. А я могу мечом, нет, мечом не могу атаковать. Но могу вот так вот бить. 200 куэнок, ребята, 200, видали? 200 я снимаю. Есть кого-нибудь еще атаковать? Блин, ну а скиллов-то нету, что ли, у него? Вот это печаль. Блин, вот скиллов нету. Было бы прикольно, если бы он чем-нибудь там стрелял еще. Но выглядит бомбически, конечно. Вот визуально, ребята, 11 баллов из 10. А то, что скиллов нету, это двойка. Нету никаких скиллов, получается, не могу никак там никого-то залупить, ребята, как-нибудь бы там супер каким-нибудь скиллом бы там и так далее. Никак он не лупит. Не лупит никакими скиллами. Но выглядит бомбически, спору нет. И клоны прикольные, спору нет, да? И время еще. Но время это не я останавливаю. Все, ребята, получается полностью Fighting Pass, ребята, я скупил. Все затестил, все прошел, ребята. Можете все посмотреть видосы. Можете сами посмотреть, стоит ли вам прокачивать, либо не стоит. Стоит ли донатить, либо не стоит, ребята. Специально для вас, я, ребята, делал вот эти все тесты, тратил робоксы, чтобы вы могли посмотреть и уже что-то для себя сделать, какие-то выводы. Ну, конечно, прикольно. Курама это жесть, ребята. Выглядит прикольно. По 200, получается, сносит. А без всего, ребята, было по 36. Практически 8 раз, получается, да? Где-то в 7. 7 раз, наверное, сильнее. Нежели у нас так и это, без этого, без накидки вот этой, без курамки. Обалдешечки, ребята. Кто там у нас бегает? Блин, ну еще фиг попадешь. А еще на Википедии, ой, еще один рассыпался. На Википедии написано, что эта курама, ребята, ни на одного босса не действует. То есть получается только фанится. На босса, ну на боссу надо брать, ребята, вот эту штуку всегда. Я беру вот эту книжку, ребята, ёма. Очень сильно хорошо надамажит. Фух, очуметь. Все, ребята, видосик завершаю полностью. Полностью весь Fighting Pass мы с вами затестировали. Все, я доволен. Ждем теперь Fighting Pass номер 3. Я тоже самое, ребята, буду все тестировать. Ребята, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Мы вместе с вами все это дело протестили. Берегите себя и своих близких. Ну, а с вами был Бамбуковый, ребята, девятихвостый Наруто. Увидимся совсем скоро на просторах Роблокс. Всем удачи, ребята. Всем жму лапу. И всем пока-пока.